Еще раз здравствуйте. С глинами мы закончили. Та-дам! Здесь у нас просто мокрая песчанка. Она такая влажная. Ой, как пахнет. Вкусненько. Вкусненько пахнет. Маленькая, мелкая вот такая вот песчаночка. Она у меня жирная, вкус сырости. Молочная мне в песчанке нравится вот этот вкус. Вот я говорю, да, она вкус сырости бывает разный. Вот бывает подвальный, а бывает с землей, вот как после дождя земля сухая, сырая, вот что-то такое. Песчанку копают из глубин, возможно, от этого у нее и привкус такой. Она влажноватая, песчанка. Особенно, когда ты ее разгрызаешь, вот в этих крупиночках, гранулах, да, так скажем. Когда ты ее кусаешь, она прям ароматность, вот эта сырость. В конце, да? Тоже люблю ее доедать. Вкусно. Так, пасты нет, не будет у нас в начале эфира, точнее в первом эфире. Подвис немножко у нас. Были мокрые глины. Какие дорамы советуете? О, мне знаете, сколько списков дорам.
Вот я посмотрела, кстати, последнюю, мне очень она понравилась, называется «Слава». Там по 8 серий, 2 сезона. Но я так не поняла, почему «Слава». Но игра актеров прям класс. Очень понравилась драма «Императрица Ки». Я ее очень долго откладывала, потому что там 51 серия. Ну, классная дорама. Очень понравилась дорама «Цветок зла». А, «Псих, но все в порядке». «Убей, исцели меня». О, «Алые сердца», наверное, все смотрели. «Райское дерево». Моя первая дорама. «Хиллер». Ну, и «Мистический» мне всякие нравятся. Там какая-то недвижимость забыла. Там много. Хотите, напишите мне личку, я вам напишу то, что я смотрела.
Песчанка копается. Есть видео в группе у Даши Баклановой, которая добывает песчанку. ВКонтакте можете зайти посмотреть. Песчанка жирная, сливочно-молочная, с оттенками сырости. ВКонтакте есть Даша Бакланова. У нее есть своя страница по продаже мела. У нее в группе написано, загружено видео, где она рассказывает про песчанку. Я, кажется, сбрасывала в Телеграме у себя. Я хрущу и спать прикладываюсь. Наверное, сейчас похрущу с вами, пойду посплю. Давно я в обед не спала. Привет, Сань. Мне было очень-очень. Пастила. Пастила, он не песочный. Это сухой сорт. Вкус талой воды. Вкус меловой, побелочный. Талой воды. И такая у него своя ароматность. Интересная.
крупинки у него такие бархатистые. Ну, чувствительные, ты их чувствуешь, мелкие. Как прошли ваши тренировки, Аня? Вы уже, наверное, привыкли к такому графику, да? Уже привыкла. Сезон отдыха начинается с 1 июня у нас. Привет, привет. Мокрая постела. Постела, вкус талой воды, побелочный молочный вкус. Очень комфортно для зубов.
Подвес там не нравится. Ну, мне вообще гномилы сейчас не очень нравятся. Они подвес испортились. А лев где? Ну, я где-то в зоопарке, в клетке. Или в Африке. Я вытащила еще там в коробочке ассорти. Мой сын в садике.
А что это такое вкусное? Очень вкусно. Аня, как бы вы девочку назвали, когда я рожу дочь, ее буду звать Маргарита. А это не пошли, у меня тут миска вот. Я тоска не пойму, что это за мел. Не говорите, это просто вообще. А просто занята была? Можно сказать, практически не грызла. Шесть дней, да? Мы не видели, 6 дней. Все, всем пока.